Историю надо знать, это факт. Вопрос в том, как проще ее выучить. Можно прочитать горы книжек, а еще познавательные аккаунты в Инстаграм. Расскажем, с помощью кого погружаться в прошлое. Международное фотоагентство «Магнум» имеет свой аккаунт в Инстаграм, и здесь собраны фотографии со всего мира. Одним из принципов при создании фотоагентства было отсутствие постановочных кадров, так что здесь самая настоящая история во всем ее многообразии. Кстати, к каждой из фотографий можно найти подпись, где узнать, каким же образом был создан каждый из снимков, правда, на английском языке. Но даже если вы не знаете иностранного, вы можете просто насладиться удивительными, уникальными снимками и чуть больше узнать о истории со всего мира. Продолжаем изучать историю по архивным фотографиям, правда, на этот раз чуть менее известным. Такие предлагает аккаунт Historical Pics. Возможно, вы никогда не видели эти фотографии в сетях, зато благодаря ним вы сможете чуть больше узнать о нашей с вами общей истории. Вот, например, находят потерянную картину «Мона Лиза» или Альфред Хичкок угощает чаем льва. А вот и вовсе известная Лайка покоряет космос. Стоит отметить, что подписи к фотографиям также сделаны на английском языке, так что выбирайте сами или читать про историю, или смотреть на историю и наслаждайтесь фотографиями. Но главное, конечно, знать историю своей страны. Вспомнить некоторые вехи поможет аккаунт Russian History. Здесь, кроме архивных фотографий, есть и видеозаписи. Так что мы можем вспомнить, какими были 90-е, какие события предшествовали революции и в другие года в нашей стране. Кроме политических событий, здесь встречаются яркие моменты из спорта и культуры. Так что вспоминаем или изучаем вновь историю России благодаря этому аккаунту. Все события и люди имеют в нашей жизни важное значение, насколько бы мимолетной встреча ни была. Сохраните каждый момент для истории вашей жизни. Хороших воспоминаний, насыщенной ленты и до встречи через неделю.